Девочки, здравствуйте! Приветствую вас всех на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня будем продолжать смотреть новиночки и в первую очередь покажу. У нас пришла подсортировка по Литве, пришли повторы, то, что мы заказывали, и кое-что новенькое, то, что не было в прошлом обзоре по Литве конкретно. И в самом начале видео хочу сказать, что по всем интересующим вас вопросам можете написать либо позвонить на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время, я отвечаю в удобное для себя время. Можете написать в WhatsApp, в Telegram-канале, в Viber. В Telegram-канале я выкладываю фотографии украшений с ценами. Начнем. Посмотрите, какой шикарный комплект. Здесь у нас идет брошь, серьги и кольцо. Матовое серебро без покрытия. Это чернение. Шикарнейшие, конечно, украшения. Все со вкусом, все со смыслом. У кошечки на сережечках хвостик подвижный. Посмотрите, какая прелесть. Шикарный комплект. Серьги весят 4,3 грамма. Цена 4000 рублей. Кольцо. Кольцо есть 17,5 размер и 18,5 – 3000 рублей. И брошь-кулон. Здесь имеется ушко. Можно как брошечку и как кулон носить. Почти 10 грамм весят. 6200 рублей. Шикарные, достойные комплекты. Колечко просто такая прям изюминка в этом комплекте. Так, следующий комплект с лазуритом. Каждый комплект хочется разглядывать, каждую деталь. Казалось бы, такая грубая на первый взгляд работа, но когда ее именно рассматриваешь, там все проработано детально. Здесь вставка лазурит. 10,9 грамм весят серьги, 8000 рублей. Занижения штифта нет. 19,5 кольцо. 5280 рублей. При желании можно будет уменьшить размер кольца, либо увеличить. Шинка позволяет. Так, следующий комплект. Одуванчик. Здесь тоже идет комплект с брошью. Серьги, кольцо и брошь. Посмотрите, какая красивая фактура серебра. Занижения штифта здесь нет. 12,3 грамма весят серьги. 5280 рублей. Кольцо 17 размер. 3920. И брошь 4440 рублей. Очень достойные комплекты. Так, еще один комплект. Это тоже у нас одуванчик. Так, я не захватила браслет. Еще есть в наличии браслет. В прошлом видеообзоре по Литве я его показывала. Здесь мы просто докомплектовали комплекты, где недостает колечко, где-то недостают серьги. И несколько вот новых комплектов, получается, пришло. 9,5 грамм весят серьги, 7600 рублей. Кольцо 19 размер, 4600 рублей. Еще, по-моему, в магазине есть 18 размер колечко. Здесь культивированный жемчуг. Тоже матовое серебро. Фактурная,
Серьги тоже очень оригинально смотрятся, даже с обратной стороны. Так, следующий комплект. Здесь кулон. Кулон и серьги. Это у нас адуляр. Так. Здесь глянцевое серебро. Красивый адуляр. Хорошая иризация. Штифт занижен буквально на пару миллиметров. 9 грамм весят серьги. 7400 рублей. И кулон почти 11 грамм весят. 6700 рублей. Так. Следующий комплект. Это у нас комплект дерева. Без дополнительных вставочек комплект идет. Тоже такой 3D эффект. Получается, здесь две пластины. Они между собой запаяны. Вот внутри пустота, чернение внутри. И за счет этого получается очень такой интересный 3D эффект. И вот здесь вот эта пескоструйка. Здесь серьги, кольцо и есть вот такой вот браслет. 9,7 грамм весят серьги, 6800 рублей. Кольцо 4200 рублей, 17,5 размер, но оно разъемное. Так. Вот, колечко разъемное, и можно его спокойно на другой размер разжать, либо зажать. И вообще можно у ювелира запаять именно под свой размер. И браслет. Браслетик размеры 19-22. Здесь дополнительная цепь идет, и цепь такая хорошая, объемная, крупная. И браслет объемный, крупный, 15760 рублей. Следующий комплект, это наш любимый комплект с малахитом, тоже черненое серебро. Шикарная работа, шикарнейшее фактурное серебро. Занижение штифта здесь буквально на пару миллиметров. 9,5 грамм весят серьги, 7600 рублей кольцо. 18,5 размер, 4440 рублей. И сюда такой вот шикарнейший браслет. Браслет у нас в размер 17-21, также хорошая такая дополнительная цепочка идет. 20600 рублей браслет. Красивое, конечно, серебро, черненное. Очень такой достойный комплект. Следующий комплект – это наши любимые барышни на метле. Давно их у нас не было. Так, вот они, наши красотки. И здесь серьги, кольцо и брошечка. Занижения штифта здесь нет. Серьги весят 5,8 грамма, 4000 рублей. Оксидированное серебро. Кольцо. Кольцо 18,5 размер, 2880 рублей. И брошь 2720 рублей. Так, по-моему, был еще один размер колечка. Да, 19 размер. Колечко есть 18,5 и 19.
Так, следующий комплектик. Это такие вот симпатичные игуаны. Это эмаль. Тоже матовое оксидированное серебро. Такие вот хорошенькие игуанки. Занижения шрифта здесь нет. 6,3 грамма весят серьги. Глазки цирконий у игуан. 5360 рублей серьги. Кольцо 17,5 размер. 4200 рублей. Такая хорошенькая игуанка. Следующий комплект — это у нас гематит. Здесь есть кольцо, серьги и кулон. Серьги, наверное, вот так покажу по отдельности. Серьги на такой петле, высокой ножке. Шарики вот эти вот откручиваются. Это гематит черненький и посередине цирконий. Супер стильный комплект. Серьги смотрятся шикарно. Очень такие достойные, стильные. 7 грамм они весят. 5500 рублей. Кольцо 3320 рублей. Он есть в размерах 17,5, 18,5 и 19. И кулон 2400 рублей кулон. Очень такой хороший комплект. Достойный. Так, отдельно серьги птички, тоже черненое серебро матовое. А вот этот ободок сделан такой вот под дерево, и вот такие вот птички сидят. 6300 рублей серьги, 8,7 грамм они весят. Занижение шрифта буквально на пару миллиметров. Следующий комплект — это тоже матовое серебро черненое. Здесь адуляр. Очень красивый комплект. И адуляр хорошая, такая реализация. Черненое серебро, вот эта фактура серебра очень достойно выглядят. Такой богатый комплект. 9,5 грамм весит серьги, 6300 рублей. Кольцо 18,5 размер, 4760 рублей. Кольцо широкое полностью по периметру. И адуляр красивый подобрали. И здесь такой браслетик с дополнительной цепью. 18,5-22 размер браслета. 14800 рублей. Матовое серебро идет полностью. Почти 23 грамма весит данный браслет. Так, далее. Колечко. Оксидированное серебро. Такое широкое оригинальное кольцо. 17,5 размер, 4280 рублей. Идет, кстати, размер в размер. Здесь просто оно само по себе, несмотря на то, что оно такое вот широкое. Но в любом случае, если кольцо 17,5, данное колечко на 17 размер. Так, следующая модель — это вот такие вот у нас серьги. Так, серьги-бригантины. Тоже оксидированное серебро. Красивая работа. Такие вот хорошенькие серьги. Весят они 10,3 грамма, 3550 рублей. Хорошее здесь и занижение шрифта. Их довольно-таки много места для мочки. Оригинальные серьги. Так, следующий у нас комплект — Париж с монетами. Оксидированное серебро, монеты бронзовые.
Это настоящие монеты, использованные в этих браслетах и серьгах, которые я дальше покажу. Монеты, которые уже сняли с оборота. Их использовали в этих украшениях. Это российское производство, это компания FIT. Наверное, многие из вас ее знают. Здесь с дополнительной цепью браслет. Размер 17,5-19. 9800 рублей. Я думаю, что на 16 тоже подойдет самая маленькая за счет именно ширины браслета. И сюда к этому браслету есть серьги. Этот комплект называется Париж. Эйфелева башня. Штифт занижен. 11,2 грамма весят серьги. 3750 рублей. Вот такой вот комплектик. Очень даже интересно и достойно смотрится. Следующий комплект называется «Мореплаватель». Здесь тоже такой браслет. Очень красивый. Вот этот браслет мне очень нравится. Он такой прям оригинальный именно за счет вот дополнительных вот этих вот звеньев с изображением морского якоря. Посередине здесь евро. Я, конечно, в монетах не сильна, но здесь вот эти монеты, по-моему, это Испания, испанские монеты. Очень красиво. Мне кажется, эти браслеты такие универсальные. Они подойдут и мужчинам, и женщинам. Красивый такой достойный браслет. Он весит почти 47 грамм. Размер 18-20. Цена 14900 рублей. И сюда можно подобрать, вернее, это из этого комплекта. Есть вот такие вот серьги и кулон. Вот такой красивый комплект, очень даже. 18,7 грамм весят серьги, 6350 рублей, и кулон 3390 рублей. Ушко, посмотрите, какое крупное ушко. И на шнурок, и на толстую цепь подойдет данный кулон. Комплект очень даже достойный. Так, серьги восьмерки наши любимые. В этот раз два вида. 3 грамма данная модель весит, 1320 рублей. Очень они смотрятся, конечно, стильно на ушах. Простите, данная модель сережечек без покрытия. Здесь идет серебро, оксидированное, обычное серебро. Но супер, конечно, шикарные серьги. Очень достойно, очень изысканно смотрятся они на мочке. И вот эта вот модель здесь уже более такие крупные, весят они 5,6 грамм. 2400 рублей. Они тоже вот посередине бывают, то есть между вот этими двумя видами, но в данном случае нет их в наличии. Именно такие вот крупные весомые 5,6 грамм, 2400 рублей. Так, далее комплектик. Комплектик счастья мы его назовем. Здесь кольцо счастья. Почему? Потому что здесь изображены 7 символов, и к нему есть вот такой вот браслетик. Браслет разъемный, его можно зажать под свой размер единожды. В данном случае 19 размер указан. Вот смотрите, здесь старик с посохом, цифра 7, подкова, слон с поднятым хоботом, сова, глаз и четырехлистник. Очень такой достойный комплект. Кольцо то же самое, все эти же символы в круговую. У нас было кольцо немножечко другое, оно такое более весомое, в данном случае более облегченное, но, на мой взгляд, более нежное колечко.
17 есть, 17 есть размер и 17,5. 1950 рублей, но тоже можно будет заказать свой размер. Браслет в данном случае 19 размер, другие размеры тоже можно будет заказать. 5100 рублей данный браслет. Так, комплект. В черненном серебре, тоже очень оригинальный комплект. Здесь вот такое вот объемное кольцо, кулон и серьги. Вот такой вот очень интересный комплект, тоже черненое серебро. Очень хорошее здесь занижение штифта. 5,4 грамма весят серьги, 3100 рублей. Кольцо 20 размер 2700 рублей. Другие размеры тоже можно будет дозаказать. И кулон 1650 рублей. Кулон. Красивый такой, достойный, аккуратный комплект. Здесь кольцо, оно сужается. Ну, тоже очень удобное колечко. Данный комплект у нас уже был и не один раз, да? Следующий комплект называется «Солнце и Луна». Он в разных вариантах приходит. В данном случае кулон, колечко и серьги. Серьги пришли на английском замочке. Здесь обратите внимание, очень много места для мочки. Данная модель идеально еще подойдет и на завышенный прокол. А здесь изображены лица Луны и Солнца. Очень такой интересный комплект. Кулон двусторонний, с обратной стороны тоже очень красиво. Такое звездное небо, наверное, изображено. Серьги весят 3,8 грамма, 2250 рублей. Кольцо 18,5 размер, 1700 рублей. И кулон 1550 рублей. Красивый комплект. Так, пришел наконец-то мой любимый браслетик. Это браслет, во-первых, родированное в данном случае серебро. Браслетик, он очень, здесь такая интересная работа, он как будто на резиночке, видите, да? Этот браслет, он идет только 18 размера, то есть других размеров в природе нет. Вот на мой 17, видите, да, он так свободненько, то есть на 17, 18 и на 19 он тоже подойдет. 3000 рублей данный браслетик. Здесь такие шарики с алмазной гранью. И кажется, что вставки, а по факту просто алмазная грань. Очень красивые пришли цепи производства Италия. Это родированные цепи. Посмотрите, какие они красивые. Здесь тоже такие овальные шарики, овальные вставочки с алмазной гранью. Играют они очень, даже сверкают. Кажется, что какие-то вставочки есть. Это производство Италии. Есть длина 45,50. Цена 2650 рублей. И еще один вид. Это вот такие вот шарики с алмазной гранью. Кстати, вот к браслету идеально подойдут. Вот данный браслет, например. Да, здесь, конечно, браслетик покрупнее будет, а цепочка она помельче. Шарики помельче. Но тоже с алмазной гранью. Очень такая нежная, красивая цепочка. 45 сантиметров. Цена 3250 рублей цепь. И на сегодня еще один кулончик. Это дракон.
предстоящий год, год дракона. Здесь подвеска оксидированное серебро, в лапах держит фианит, черный фианит. Кулон весит 3,7 грамма, 2400 рублей. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши новиночки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!